Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня на обзоре у меня криптовалютная биржа KuCoin. А точнее, одна новая интересная функция, которая была недавно запущена на данной бирже. И это премаркет, благодаря которому можно совершать небиржевые сделки с токенами до их официального листинга. Про саму биржу KuCoin я уже несколько раз рассказывал на своем канале. Но если кто не в курсе, то KuCoin – одна из крупнейших и старейших бирж на современном крипторынке. Она работает с 2014 года, имеет миллионы пользователей со всего мира, миллиардные объемы и полностью подтвержденные резервы. На спотовом рынке KuCoin имеется более 1000 торговых пар. А помимо спота, биржа позволяет зарабатывать на фьючерсах, ботах, стейкинге, сейвинге, NFT и так далее. А совсем недавно у KuCoin появился и новый уникальный инструмент для заработка – премаркет. С его помощью можно осуществлять ATS-торговлю теми токенами, которых еще нет в официальном листинге KuCoin, но которые должны быть в ближайшее время добавлены на биржу. Например, тут можно заранее заключать сделку о продаже токенов с дропа или наоборот перекупить токены у счастливчиков, которым удалось получить аллокацию на сейл или дроп. И в целом премаркет помогает находить перспективные проекты на ранних стадиях и зарабатывать на них в момент официального листинга. Обычно такие ATS-сделки с токенами до листинга криптоны проводят в различных телеграм-чатах. Однако там гораздо выше риск нарваться на скамеров, и даже если вы проводите сделку с гарантом, то вам в ЛС все равно будут написывать всякие подозрительные личности. Так что в этом плане ATS-сделки через премаркет KuCoin являются более удобными, безопасными и конфиденциальными. Потому что для всех сделок тут требуется обязательный залог, а покупатели и продавцы не знают личной информации друг о друге. Плюс весь процесс более автоматизированный по сравнению с теми же ОТС-чатами в Телеграме. Первым токеном на премаркет KuCoin был TIA от проекта Celestia. Celestia – это модульный блокчейн, созданный по уникальной технологии, которая обеспечивает высокий уровень масштабируемости и гибкости без потери безопасности и децентрализации, а также обеспечивает более быстрый процесс разработки и позволяет хранить данные прямо в блокчейне, внутри отдельного модуля. В дополнение к этому любой пользователь Celestia может запустить собственную облегченную ноду даже на смартфоне. А нативные монеты TIA могут использоваться для совершения транзакций, оплаты газа и хранилища в блокчейне, а также, разумеется, для голосования и стейкинга. Кроме этого, на KuCoin буквально сегодня листится еще два перспективных токена. Это Cyber и Club. У токенов Club от проекта ClubCoin листинг на KuCoin будет первым среди всех других бирж. Сами же эти токены являются нативными активами музыкальной Web3 экосистемы, которая объединяет множество представителей индустрии электронной музыки, включая не только исполнителей, но также организаторов и владельцев концертных площадок. Проект ClubCoin позволяет им награждать своих поклонников токенами Club за лояльность. И помимо онлайн-применений, данные токены можно будет использовать на различных офлайн-ивентах, вроде концертов и фестивалей. Ну а про токены Cyber от проекта CyberConnect, думаю, многие из вас и так слышали. Команда этого проекта предложила миру уникальную систему цифровой идентификации личности на блокчейне при помощи CyberID. Плюс этот проект проводил мощный ретродроп среди сообщества, а распродажа его токенов проходила на CoinList. Так что, внимание, данный проект привлек действительно много. Так что, как видите, перспективные токены появляются на KuCoin частенько, и с помощью премаркета из них можно будет извлекать еще больше прибыли. На премаркете любой желающий пользователь может выставить собственный ордер на покупку или продажу любого количества токенов по той цене, по которой захочет. Или же можно выступать в роли тейкера и совершать сделки по ордерам, выставленными другими пользователями.
Поскольку токены еще официально не добавлены на биржу, то при заключении сделки продавец и покупатель как бы договариваются о том, что произведут друг с другом расчет в конкретную дату, после того, как токен появится в листинге. А гарантом соблюдения этой договоренности является залог. Сам же перевод токенов биржа осуществляет автоматически. Для этого они просто должны находиться у вас на спотовом балансе KuCoin. Только при планировании заработка на премаркете KuCoin учитывайте, что биржа взимает за каждую успешную сделку комиссию в 2,5%. Размер залога обычно составляет 100% от суммы сделки, хотя может и отличаться. А также ордера, на которые уже откликнулся покупатель, отменить нельзя, и вам придется исполнить обязательства по ним или отдать свой залог. Подробнее ознакомиться с новым инструментом на KuCoin вы можете по ссылке в описании. Если же у вас нет аккаунта на бирже, то создать его вы можете по моей ревке и получить приветственный бонус. Только помните, что любые вложения в криптовалюту – это риск, и я вас к инвестициям и трейдингу не призываю. Так что всегда проводите собственное исследование. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!